Оп! Фу, все. Все. Все, изи. Погнали. Поехали. Вообще-то снаряды в одно и то же место не падают. Чувак, тут физика вообще отсутствует. На прорыв! Я понял, через верх. Я прикрою братуха! Да хорош! Опа! Это что? Калашников? Ого! Ну ничего себе! А можно и нам, пожалуйста? Ох, блядь! Ай, блядь! Да что вообще происходит? Опа. Знаешь, что самое забавное? Тем, что два каких-то дебилов помогают американской армии. Чувак, у нас с тобой гранатометы. А где ты его взял? Не а, знаю. Все, вижу. Погоди. Шикарно. Шикарно. Сейчас это нарушение всех человеческих правил. Нежданчик. Ракетница это на вас тратить, это перебор. Так, я оставил. Не, здоровье надо взять, ты чё? Не, я скушал. Господи, это что же из вас всегда падает, когда надо? Дело не надо, это ладно, не важно. Ты там где? О, блядь! Я в домике. Подожди. Вот это подлость. Дверь не открывается для того, чтобы оружие взять. Открылась. Не, я не просто. Нет, то, что внизу. Все, тебя открылось. Нет. Толка. Вот и я. Ну ладно, у нас сзади есть. Потай, блядь, я хотел бы стратегически сделать. Стратегически? Опа, походи. Погоди, я с тобой. Ну, я тоже хотел. Ты был близок. А, ну теперь у нас калашников и... Ага, я понял. Чуть сразу не обратил. Бомбаш, я хочу бомбаш. Че? Обрез. Что-то есть. Теперь нет. Так, наверху. А, да, нужно болеть. Уху! Бля!
Камелот! Позади мало. Оу. Мы чела вбили головой прямо. Блять, батя, ты чудовище. Нет. А, да. Да. Не, а, да.